Привет, мы наш братец. И сегодня мы будем играть во все эти игры. И тоже в конце Nintendo. Тот, кто победит, выиграет эту шоколадку. Да. То есть я это выиграю шоколадку. То есть я выиграю. У нас есть вот такая игра. Как называется? Headband. Что у нее, как в нее играется? Ну, цепляешь вот такие штучки себе на голову и вставляешь карточку. И угадывает, да? Хорошо, мы сейчас играем в одну эту. Один раунд, кто победит. Потом мы сыграем вот в эту игру. Даже не знаю, что это такое. Что это такое? Лабиринт. Сыграем один раз, кто победит. Есть вот такая вот. Наступив какашку. Игра. Есть. Таракан. Игра лови таракана. Он должен прибежать в твой домик. Вот этот. Ты выбираешь один из своих, и она должна забежать тот. Классная игра, я в такую же играл. Кому таракан никогда не идет домой. Есть такая игра, кто быстрее съест шоколадку. А потом сыграем Nintendo, новые игры, которые у Алекса есть, да? Да. Две ноги. Скоротай, я победил. Я победил. Ну что, с какой начинаем? Да, с этой. Это панцирь будет. Хорошо. Вот такие тут есть штучки нам на голову. Потом сделаем ее. И вот такие карточки. Надо их сюда так цеплять. Не должны отгадывать. И их должен всех собрать и перемешать. Какая тебе голова? Вот большая. Папа, я сразу. Я тебя выберу, а ты мне выберешь. Я всегда подходящую выбираю. Так ты мир козлов. Тебе всегда выбираю. Слушай, ты обезьянка, я тебя сейчас тоже выберу, подходящий для тебя. Нет, ты не выберешь. Давай, я беру с этой кучки, выберу тебя, ты стой, выбирай. Я тебя выбрал уже. Ой, я тебя тоже. Не подсказывайте, кто Алекс. О, увидел. Глаза твои видны. Смотри, как глаза видны. Не видно ничего. Нет? Нет. Кто это? Ну, ты начинаешь, ты первый. Ты должен задать вопрос мне. Если на твои вопросы я буду отвечать да, то задаешь дальше. Если на один твой вопрос будет нет, задаю вопрос я. Хорошо? Начинай. Где живой я? Да. Я котик? Нет. Я живой? Нет. Кто же я? Я живой. А я не живой. Я живу в сафари? Да. Есть. Он сейчас быстро угадает, и я проиграю. И шоколадку заберет у меня. Нет. Я уже знаю мой вопрос, я уже знаю, кто я. Я у нас дома есть? Да. На мне можно сидеть? Нет. Бим-бим-бим-бим. Бим-бим-бим-бим. Мне есть шерсть? Да, есть. Я маленькая? Нет. Большой. Значит, я большой. Я предмет, который есть в каждом доме, да? Да. Кто я? Брюлей, кто я? Тебе не скажут, но мне подсказывают. Мной пользуется каждый день? Нет. Нет? Я не знаю. Ваша очередь. Ты большое. Да, большое. Живешь в сафари. Есть шерсть, и оно... Маленькая тебе шерсть. Короткошерстный ты. Я ем мясо? Нет. Значит, я травоядный. Травоядный, да, ты травоядный. А я травоядный. Я травоядный предмет? Нет. Нет, подожди, неправильный вопрос. Здесь в комнате я сейчас есть? Да. Я большой или маленькая? Нет, подожди, я большой? Нет. Серенькая, да? Да. Ладно,
Ты бываешь разных размеров. Ой, я знаю. Короткошерстный, большой. Да, да, я травоядный. Травку кусаешь, яблочки кусаешь. Большой травоядный в Африке живет. Кто? И пушистый? Нет, не пушистый, но шерсть есть. Да, шерсть. Слон. Я слон? У слона есть шерсть. Слона шерсть? Есть у него. Есть слоны пушистые, нет? Мама, ты называешь. У меня есть рога? Маленькие такие рожки. Какой слон? Чертик такой. Чертик? Я не знаю, ты чертиков так плохо знаю. У меня есть язык? Да. Чем? Да. Ты, наверное, можешь так себя обмотать, как шарф. У меня есть длинная шея? Да. Я жираф? Да. Вот первый победитель я. Шоколадка будет моя. Шоколадка будет моя. Все, начинаем как начал. Давай, аккуратно поиграем. Давай. Больше шансов, чтобы она перебежала в одно место. Я это, как всегда. Где таракан? В прошлый раз попал. Вот такой таракан, его включаешь, и он бегает. А где вторая? Папа, возьми либо... Ко мне. Хороший таракан. Папа, возьми либо эту, где сыр, либо где хлеб. Это моя шоколада. А в этой я не... Я где сыр. Ладно. Давайте закрываем. Это что такое? А, это стой. Селёдка. Закидываем этого таракана сюда, и он тут ходит. И, например, я кидаю. И мне попадается вилка. Я должен открыть вилку. И он делает так круто. Потом папе попадается ложка. Он должен подвинуть ложку. И так надо открывать, чтобы он пришел ко мне домой. И съел мой сыр, да? Либо ко мне домой. У тебя шоколад, да? Да. Ну хорошо. То, что больше всего любят тараканы. Играем один раз. Кому домой он придет, того и таракан будет. Это шоколад. Все, что хочу. Смотри, как он бегает. Все, что хочу. Пип. На подбой. Я тоже все, что хочу. Пип. Открыл. Ой. Не ходи туда, не ходи туда. Мне нож. Поверни туда, пожалуйста. Где нож? Не-не-не! Стой! Да! Два-нуль! Моя! Это точно мое! Время лабиринта! Так, лабиринт можно играть с 7 лет до 99. Тебе есть 7? Да, мне как раз 7. А мне 99. Можно играть. Я 30, вот это. Тебе 32. 33. 33. Никому не говорите. Бери. А я твой. Так, у нас такая игра. Вот такие. Лабиринт. Мы сейчас построим. Да, я уже чуть-чуть построю. Вот, вот так, с этой штучки построим лабиринт. Ага. И надо будет пройти по лабиринту до... Ты должен собрать все сокровища, а потом вернуться на свое место. Хорошо. Так летите, но поставить. Ну что, строим лабиринт, а потом будем разбирать сокровища, хорошо? Угу. Кто первый соберет первые три сокровища, хорошо? Любые, которые у тебя есть в колоде. Легко дойти до моей. Ну, сначала надо подвинуть свой ход. Поэтому я вот так подвину. Да, перед каждым ходом надо сделать первое движение, то есть подвинуть одну карту. А теперь я иду за своим сокровищем. Пи-пи-пи-пи-пи. Все, первое сокровище есть. Хорошо, теперь я хожу.
Я тоже, мне очень легко к первому сокровищу, потому что у меня первое сокровище – это кольцо. Я делаю так. Ты, видишь, никуда не сможешь сходить, поэтому я, а дай мне тут хоть бы сходить. А я вот так подвину, если видишь, пробью туда, сделаю ход. И мое первое сокровище – кольцо. Пум. Ваш ход. Так, надо проверить, какой-то ближе всех. Ага. Какой ближе всех? Нет. Что мне все с этой стороны попались сокровища, которые ближе к тебе. Это. Ну, двигай так, чтобы тебе открылся ход. Ну, все, папа. Вот, я сейчас к ней схожу. Пум-пум-пум-пум-пум. Это сокровище. Я хожу за своего. Пум-пум-пум. Второе. Я тебе перекрою ход. Как тебе перекрою ход? Я тебе, знаешь, как, наверное? Как? У меня все равно будет ход. Подвинь, там не могу продвинуть. Все там крестик. Зачем? Теперь я не смогу выйти там. Сначала надо выбрать. И я иду так. Ты-ты-ты-ты-ты-ты к принцессе. Опа. Папа спас принцессу. Ты спас принцессу. Так, как мне подойти? Я ищу в себе путь. Я ищу в себе путь. Так, теперь мне легко дойти. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. У меня уже есть три. Открывай. Теперь у нас какашка. Высыпать что-то есть. Вот горночка. Одна такая, потому что мы делали. А это что такое? Это рулетка. Рулетка, надо крутить рулетку и показывать, сколько... Не надо. Сколько шагов надо? Сколько шагов надо сделать? Ага. И не наступать. Тут какашка. Я свою. Вот. Собачья какашка. Нужно вытаскать зайцов. Я разложу все какашки, и ты должен пройти 5 шагов. У тебя тут глазки могут появиться. Какой там? Папа, считай шаги. Один шаг. Быстрее, подальше иди. Два шага. Три. Четыре. Пять. Давай еще один. Шесть. Зажил? Нет. Я буду так вот так первый ставить. Так, опа. Там по-любому где-то мне сейчас какашку положит. Все? Нет еще. Тебе всего лишь одна осталась.
соперник не на все. Зато ты проиграл. Счастливый буду. Фу, фу, забирай мне это. На, отцепляю. Папа, тебе тяжелка их? Носки? Какашки? Носки. Они грязные. А что там написано? Ходить без носков. Зато будут грязные потом, поэтому. Мы же как один, мы все знаем, как тут играться, да? Нравится. Я вам. Возьми. Что ты не взял на танцоне? Виктор. Виктор. Металсоник. Виктор, да? Да. Виктор. Виктор. А Металсоник. Значит, для рук. Смотри, у меня какая золотая цепь. Смотри, какой я наушник, а не крутой. Ой-ой-ой. Чемпион, вы видали? Видали, как я его? А Еме, как мы делаем? Походу папе шоколадки не достанется, потому что я уже его выиграл там 5 раз. Еще мне в это осталось. Я сейчас здесь выиграю. Какой берем? Карера. Да, Карера. Выбирай. Ким. Серебряный Марио. О, вот это классно. Знаешь, кого я выберу? Ой, ты назад вернись. Я хочу такого. Ой, ты как классный. А значит, я. Так, давай. Поиграли. Пойдем мы на полную, Ларри. Ларри, на полную. Ну, я вот эту тетю. Нажми даже. Я тут уже. Это все рукава. Потому что ты у нас обезьянка. Вот эта машинка нравится. С такими колесиками. А где так крутая? О, вот светочка, так классно. Где так крутая? А вот и пропустил. Колеса мои, по-моему. Такие. Эй, копьем. Да мне такую, он делает такую же самую машину, как у меня. Так а я поменяю этот. Экипа, экипа. Вау! Ой, вот это еще не попалось, я не помню. Ой, что-то мне случилось? Ты мне въехал? Там да? Нет. Просто ты въехал. Может тогда погорят все-таки? А мне не обязательно горят. Ах, это я тебе. Это я в тебе доступен. Блин, 2 кубика. А что я не знаю? Я ничего не взял, мне один костюм. Какой костюм, красивый цветочек. О, какой красивый цветочек. Погоди, быстрее, ты не шатка.
Я еду третий. А ты шестой. Ой, мне бомба. Да, конец. Ой, кто-то меня же чем-то кинул. Только недавно проехал. Ой, мой друг. Ай, мам, у меня звездочка Ты не умеешь пить пиво. Ого, что-то у меня пошло-то. Ты видишь, как это? По воде некуда, надо стрелять. Да, я знаю. Это расскажу. Пью. Я пока второй еду, ты седьмой. Я победитель. Последний круг. Шоколадка будет моя. Не, у тебя такой кусочек будет маленький. Ай, что ты меня запачкали со стекло. А мне нет, потому что я сейчас вижу. Пью. Стреляет. Ничего. Ой, я тебя вижу. Ты меня стукаешь? Да, я тебя вижу. Я вижу. Ты не можешь видеть, потому что я уже приземлился, а ты тут полетишь. Я лечу, папа. Сейчас всех побью. Я первый еду. А я не буду. Сейчас ты не будешь. Сейчас. У тебя будет всего лишь кусочек. Понял? Надо только кусочек. У тебя только вот это будет, потому что ты меня только один раз увидел. Ставь лайк и подписывайся на канал Супер Алекс, и мы пошли даже играть.